от профсоюза организации студентов и аспирантов поздравить вас всех с сегодняшним праздником, сегодняшним днем. Мы начинаем тяжелый такой четырехдневный бой, назвать нельзя, но близко к этому, потому что каждый факультет стремится быть лучшим. Наш конкурс, который много-много лет по традиции называется, естественно, «Студенческая весна». 2015 года в Уфимском государственном нефтяном техническом университете. Я вас поздравляю. И сегодня на этой сцене свои таланты, свои конкурсные программы нам представят механический факультет во главе с деканом Ривгаревичем Ризвановым, который здесь с нами, и архитектурно-строительный факультет. Декан факультета Фатахов Мухарям Минярович. Вот сегодня стартуют эти два факультета. Я надеюсь, что по аналогии я часто вспоминаю каждую весну на этой сцене, что это сравнимо. Вот в Америке есть среди колледжей и вузов, там у них, так сказать, серьезное мероприятие, чемпионат Америки по баскетболу. Финальная часть, которая проходит в марте, это называется у них «Мартовское безумие». Я считаю, что мы где-то близко к этому, потому что в эти дни, немножко мы зайдем на апрель, но тем не менее, у нас примерно такой же ажиотаж, весь университет, так сказать, ходит ходуном, все общаются, готовятся, и во дворце Орджоникидзе, поверьте, последние 2-3 недели, каждый вечер, столько детей, столько студентов, которые готовятся к этим дням, что становится по-честному завидно. И я надеюсь, что эти 4 дня нам дадут возможность руководству Центра организации воспитательной работы, студенческому клубу, как мы называем, подготовить очень хорошую программу итогового нашего концерта, который мы в этом зале представим нашему ежегодно республиканскому жюри смотра конкурса нашего фестиваля республиканского «Студенческая весна-2015», который состоится 26 апреля в этом зале. 24 апреля в этом зале, сходил, спросил, какого, и все равно 26-е, да, в голове. 24 апреля в этом зале, я думаю, что все у нас получится, и мы традиционно займем самое высокое место в этом республиканском конкурсе. А сейчас встречаем механический факультет. На сцене механический факультет. Наша дочь быстро подросла, совсем взрослая стала. Не говори, замуж уже выходит. Слышишь шум? Молодые едут. Здравствуйте, любви желаем. Примите от нас этот скромный подарок. Эхо-хей, народ! Кто со мной в пляс? Я одна и весна, вся в лучах, согревает радостью меня.
Верочка, пусть этот счастливый день станет для вас началом новой жизни. Живите, ладно. Берегите друг друга. Сестренка, ты главное не забывай про нас. Приезжай в гости почаще. Конечно, милая. А ну-ка перестаньте. Из чего вы думали в войну играть? Вы что думаете, война это хорошо? Война это весело? Ничего подобного. Война это самое большое зло на свете. И не дай бог вам с ней встретиться. Не дай бог. Без объявления войны германские войска напали на нашу страну. Я должен идти на фронт. Понимаешь? Ты, главное, не переживай. Война-то ведь скоро закончится. Но мы ведь только поженились и побыть толком вместе не успели. Не уходи, не бросай меня. Любимая, да у нас с тобой еще вся жизнь впереди. Вот вернусь с фронта, заживем, детишек нарожаем. Все будет у нас с тобою хорошо. А если убьют тебя там? Ты обо мне подумал? А о матери? Не плачь,
Ему и так тяжело твои слезы видеть. Не горе он ваше должен вспоминать, а самые счастливые моменты вашей жизни. Скажите, кто это тянет на фотографии? Это сынок солдат. Теперь они все солдаты. А где он сейчас? Даже и не знаю. Может быть, жив, а может и нет его сейчас. Ой, кумушки, кумитеся, умитеся и любитеся, кумитеся и любитеся. Yeah.
Здравствуйте, Афанасий Степанович. Ухожу на фронт медсестрой. Не могу я здесь больше. Да и незачем теперь в тылу прятаться. Кого так любила и ждала, больше нет. Скажите, а зачем жить, если любви нет? В чем смысл жизни, если не в любви? Эх, даже и не знаю. Да и никто не знает. Дочка, не глупи. О матери ты подумала? Я тебя никуда не пущу. Нет, отец, не остановишь меня. Я уже все решила. Да куда ты лезешь, дура? Ты даже не знаешь, что такое война. Я ведь через это прошел. Я не хочу тебя потерять. Готова? Готова. Вот скажи мне, почему она так? Ты ее растишь, душу в нее вкладываешь. Видишь, как она делает свои первые шаги. Думаешь, вот оно чудо жизни, твое дитя. А жизнь забирает его у тебя. Понимаешь, жизнь очень сложная штука. Заснув сегодня, не факт, что проснешься завтра. Никто даже не мог подумать, сколько горя принесет нам эта война. Эй, есть кто-нибудь живой? Ну, хоть кто-нибудь! Оставь здесь хоть кого-нибудь. Нет, теперь они все мои. Мои марионетки. Пойду я, мать. Не могу я больше на месте сидеть. Все мысли о том, жива ли наша Верочка. А на фронте, может, и встречу ее. Уж лучше быть там, чем отсиживаться тут за спинами детей. Куда ты лезешь? Какая тебе война? Ты отвоевал свое. Не лезь, я решил.
Афанасий Степанович, как жить-то дальше? Как Дарью теперь на ноги ставить? Не переживай, ты не одна такая. Сейчас по всей стране матери за детей своих молятся. Да понимаю я, но от этого легче не становится. Тяжело, когда не знаешь, что ждет твое дитя в будущем. Будут наши дети жить, да еще лучше нас будут жить. Все хорошо будет. Спасибо вам, пойду я. Говорит Москва. Наши войска полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. Здравствуйте. Скажите, а вы не знаете, где моя семья? Я вернулась, а дома нет. Никого нет. Извини, не знаю. Давно уже твоих не видел. Последняя мать приходила. Верочка! Родненькая, вернулась. Знаешь уже, наверное, нет твоих больше. Мама с сестренкой твоей дома были, когда бомбежка началась. Не успели выбежать. Так под завалами и остались. Моя мамочка, папочка, сестренка. Моя любовь и тот день, когда жизнь вокруг меня начала рушиться. На фотографии в газете нечетко изображены бойцы, еще почти что дети, герои мировой войны. Они снимались перед боем в обнимку четверо у рва. И было небо голубое, была зеленая трава. Никто не помнит их фамилий, о них ни песен нет, ни книг. Здесь чей-то сын, и чей-то милый, и чей-то первый ученик. Они прикрыли жизнь собою, жить начинавшие едва. И было небо голубое, была зеленая трава. Забыть тот горький год неблизкий мы никогда бы не смогли. По всей России обелиски, как души рвутся из земли. Они прикрыли жизнь собою, жить начинавшие едва. Чтоб было небо голубое, была зеленая трава. Война. Как много она забирает. И как мало дает взамен, дает разве что осознание того, что нет ничего дороже мира и чистого неба над головой. Но за осознание такой простой истины приходится так дорого платить. Из одних только фамилий погибших на поле боя можно сложить историю длиною в жизнь, где абсолютно каждый найдет своего героя. Нам остается лишь память. Остаются миллионы фотографий. Фотографий, хранящих в себе сотни тысяч поломанных жизней. Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей, пусть озарятся имена павших. Вспомним, вспомним тех, кого сегодня нет с нами. Вспомним сотни городов, разрушенных, но не покоренных. Каждую улицу вспомним, каждый дом. Солдат Великой Отечественной, ты не вторгался в чужие пределы, не искал славы. Ты защищал отчизну, защищал свою семью. В день Великой Победы мы склоняем головы перед светлой памятью не вернувшихся с войны. Идут солдаты, идут с войны,
Праздник надежды, праздник весны. И над Москвою, и над землей рассвет. Едут солдаты, едут домой. Солнце победы над головой. Солнце и праздник выше которых нет. Сиренье дым оркестра петь, от счастья можно умереть. Прямой поклон вам до земли за то, что вы домой пришли. За это небо и траву, за то, что я вообще живу. И видит Бог, и видит Бог, я не прийти сюда не мог. Солнце победы, вечно живи. Праздник надежды, праздник любви. Вместе с народом это и я стою. Я рядом с вами в этом строю. Плачу от счастья, песни пою. И не забудьте, вот нагибай.